С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 28 марта. И сразу о родившихся в этот день. В 1483 году появился на свет великий Рафаэль. Кстати, другие возможные даты рождения – 26 марта или 6 апреля. Дело-то давно было. Итальянский художник и архитектор. Рафаэль Санти родился в семье придворного поэта и художника. И, кстати, был любимым живописцем власть имущих. Прекрасно чувствовал себя в светском обществе. Однако происхождение он был совсем невысокого. Остался сиротой с 11 лет, а его опекун годами судился с его мачехой за семейное имущество. И еще один любопытный факт. Легендарную Сикстинскую Мадонну знаменитый живописец написал по заказу так называемых черных монахов – бенедиктинцев. Он создавал свой шедевр на огромном холсте – один, без участия учеников или помощников. Фантастика! Год 1709 рождается граф Алексей Разумовский, фаворит и тайный супруг российской императрицы Елизаветы Петровны, генерал-фельдмаршал. Это была завидная счастливая пара, отмечали многие свидетели того времени. Императрица не только страстно любила своего мужа, о таинстве венчания есть, говорят, неопровержимые доказательства, но и купалась в его несокрушимой надежности, верности и доброте, как пишут историки. 1743 год. В этот мир приходит Екатерина Дашкова, директор Петербургской академии наук, княгиня, верная соратница и автор мемуаров о Екатерине II. Карл Адольф фон Базедов родился в 1799 году. Немецкий физик и врач, который и описал Базедову болезнь. А почему же Базедов? Окончил он медицинский факультет в Галле и после усовершенствования в Париже по хирургии с 1822 года работал в Мерсербурге окружным врачом в течение 32 лет. Ну а всемирную славу Базедову принесла его работа с описанием 4 случаев и четкой характеристикой так называемой мерсербургской триады – зоб, пучеглазие, сердцебиение. Болезнь, описанная Базедовым, была названа его именем. 1868 год, 28 марта, день рождения Максима Горького. Настоящее имя – Алексей Максимович Пешков, русский советский писатель. 1925 год. В этот мир приходит Иннокентий Смоктуновский, актер театра и кино, народный артист СССР. Но вот какая судьба! Во время войны Смоктуновский был захвачен в плен и содержался в одном из концентрационных лагерей, откуда ему удалось вскоре бежать. После победы, как неблагонадежный, он получил так называемый -39. Это запрет на проживание в 39 крупнейших городах страны. Долгое время Смоктуновский не мог найти работу, жил впроголодь. Ночевать приходилось на вокзалах и чердаках. Вот так вот начиналась профессиональная карьера великого русского актера. В 1928 году родился Збигнев Бжезинский, американский политолог, который сыграл огромную роль в распаде Советского Союза. Год 1933, день рождения Александра Митты, кинорежиссера, сценариста, народного артиста России. Ну а в 1986 году в сей мир прилетела Леди Гага, американская певица, обладательница 9 премий Грэмми и кинопремии «Оскар». Она не раз шокировала окружающих сумасбродными выходками, а ведь для медийной личности популярный залог процветания. Она очень хорошо усвоила это правило, и ей неизменно удается притягивать внимание к своей неординарной персоне. От нее все время чего-то ждут, причем в любой момент. О событиях этого дня. 1462 год. Иван III становится правителем Великого княжества Московского. Русский царь недаром был прозван великим. Он вошел в историю как человек, который объединил разрозненные княжества в мощное государство. Кстати, именно он приказал возвести ту самую красную стену Московского Кремля. К тому же этот князь впервые стал именоваться «государем сия Руси». 1819 год. Начинается перестройка Дворцовой площади по проекту знаменитого архитектора Росси. В петровские времена площадь в Санкт-Петербурге была обширным лугом.
Анна Иоанновна специальным указом запретила проводить тут любую охоту зайцев. А во времена Елизаветы Петровны на лугу просто паслись коровы. В 1819-м по заданию императора архитектор Росси разрабатывает проект единого архитектурного ансамбля. Он прославляет победу русского оружия в войне 1812 года. 1964 год. Лондонский музей восковых фигур «Мадам Тюссо» объявляет, что члены группы «The Beatles» станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в экспозиции музея. И спешу сразу же сообщить, не последними. Ну и еще один интересный факт этого дня. 1776 год. В Москве основан Большой театр. На современном сайте театра читаем. Большой театр начинался как частный театр губернского прокурора князя Петра Урусова. 28 марта 1776 года императрица Екатерина II подписала князю привилегию на содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений сроком на 10 лет. Театр, конечно, дело хорошее, а Большой театр хорошее вдвойне. Но цены. Даже коренные, при этом театрально развитые москвичи не всегда могут позволить себе такой современный культ-поход. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».